Приветствую всех! Сегодня я хотел бы разобрать действующие ивенты на 25 мая в игре Black Desert Mobile. Из последних обновлений, которые вот у нас добавились буквально сегодня, 25 мая, это ивент на 28 дней на подарки. Каждый день вы будете получать при входе в игру определенные типы подарков. Обновляется это все в 00 часов. И в итоге в конце вы получите мистический шлем мистического класса, оранжевого класса. И дополнительно после 28 дня у вас есть возможность получить дополнительную награду. Кому интересно, сейчас могу разобрать подробно более-менее подарки, которые нас ждут за этот ивент. Подарки стандартные, это монетки в Тубусной земле, в групповой данж. Также у нас есть точки на полировку, на гравировку. Одно идет на экипировку, другое идет на аксессуары. Следующее это у нас пак с камнями от зеленого до фиолетового цвета. Потом у нас идет 15 проходов в лабиринт, 2 премиум пака на один день на 800 ЛТ и 10%. 100 корма питомцам, сытность средняя, 40 кусочков для артефакта, 40 кусочков для рун, 10 свитков на получение дополнительной экспы на 1 час на 5%, 9 свитков на боссов РБшины, пак с красками, 2 пота по 50 энергии восстанавливающие, 50 свитков для ролла конкретной бижутерии, либо конкретные вещи у Шакату. В следующие дни у нас 200 жемчуга, 10 камней крон, они либо для восстановления используются, либо для роллов того же самого, тех же самых навыков. 10 свитков для восстановления при неуспешном шансе заточки, 2 пака на так называемых рабочих, я их называю второй пак премиум с бонусами. 20 кусочков для восстановления, опять же, при неудачной точке шанса. 3 коробочки на ресурсы. По 100 ресурсов каждого, кроме последних двух камней синих. Следующий у нас 50 монеток Шикату. 100 писем специальных, которые необходимы для конкретного выбора бижутерии либо вещи. То есть мы копим эти письма и конкретно прям выбираем вещь, которая нам нужна. 5 точек, точнее пак из 3 точек, 5 паков будет. Это фиолетовые точки. Одна голдовая для скормления духа точка, 3 грейда лошадочка, пет 2 грейда, ключик для подземелья Шикату и на 28 день вот такой вот шлем мистический, 20 оранжевый, 41 у нас защита, плюс 1 к скорости атаки и одна дырка. Ну, такое, в принципе, нормально, у кого ничего нету, я думаю, можно и поодевать. Ну, он больше чисто для такого вот, мне кажется, интереса, хотя мне вот кажется, камнями будет перекрывать. Смотрите сами. Ну и бонусные дни. Все это продлится с текущего вот 4-го апдейта, как они называют. Это глобальный апдейт до 28 июня. В остальные дни мы получаем бонус корм для петов. Возвращаемся назад к следующим ивентам. Что у нас там есть? Тут, в принципе, всю награду разобрали. Следующий ивент, 2, которых нас добавили с вводом MIDI. Это первый ивент на приглашение друзей. То есть у всех игроков, кто давно играет, есть такая вот опция, где мы можем приглашать друзей. Друг должен прокачаться, быть ниже 15 уровня, прокачаться с 15 до 30. И тогда мы получаем определенные подарки. Всего можно пригласить до 15 друзей, чтобы получить подарки. Вот эти вот. То есть
за трех приглашенных друзей, которые достигли 30 уровня. То есть у друга будет вот такая вот менюшка, где он должен здесь вот ввести ник того игрока, кто его пригласил, точнее фамилию игрока, которого пригласил. Он вводит здесь фамилию, получает особые коробочки, он их должен открыть. И тогда вот 30 уровень открывать коробочки, там ему тоже будут бонусы даваться. И вам это засчтется, у вас здесь счетчик будет уже описаться количество людей, которые приглашены и которые достигли 30 уровня. И, соответственно, вы сможете получить награду. За трех друзей вы получаете третьего пета, третьего ранга. За 5 друзей вы получаете лошадь четвертого ранга. За 10 друзей вы получаете 10 золотых точек для черного дука. И если вы пригласите 15 друзей, вы получите 1000 кусочков для полировки вашей эквипа и для полировки вашей бижутерии. Ивент такой интересный на самом деле. Можно пригласить как новых друзей, так и там те, кто будет создавать аккаунты, можно там поиграться с твинками, в принципе. Это вот этот ивент касается новичков. То есть он доступен тем, кто не играл 14 дней, либо зарегистрировался вот после апдейта. Они получают дополнительную награду, там камни, точки. В основном питомцев получают лошадь и точки для черного духа и 500 жемчуга на 50 уровне. Тоже интересно тем, кто будет начинать, но насколько я помню, примерно такой же ивент был и на старте сервера в феврале, когда стартовал сервер. По сути дела, то же самое продолжается ивент сейчас для новых игроков. Ну и напоследок хотел бы я вам напомнить о ивентах, которые сейчас продолжаются в игре. Сейчас мы посмотрим еще раз. Соответственно, первый ивент у нас длится с 18 мая. У нас при каждом заходе в игру мы получаем определенную награду. И в конце у нас есть бонусы награды, точки, точнее точки, а камни. Пак камней, жемчуг, всякие. Ну, тоже такой приличный, в принципе, по награде. Ивент в конце нам считается топовая награда, это 200 жемчуга. Так, пак для друзей. У нас также стартовал пак, ивент в честь 100 дней запуска серверов. Вы можете получить до 2 июня специальный сундучок, где будет уникальное оружие. Ну и всякие дополнительные квесты, которые уже давно идут, это на приобретение в магазинах определенных паков. Ну и продолжается у нас ивент на задания ежедневные, когда мы выполняем 5 ежедневных заданий и получаем, копим вот очки заданий и получаем награду в итоге в конце. Ну, вкратненько могу рассказать. Первое, это нужно потратить 300 тысяч монет. Второе, нужно потратить 50 энергии. Третье, нужно убить 3000 мобов. Пятое, это просто поучаствовать 5 раз на арене. И шестое, это проролить 60 монеток шикату. Это вот текущие действующие ивенты на май. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.